Не, мне определенно нужны парики Алины Рин. Что это? Как лысым мужчинам выглядеть мужественно? Зрело и уверен в себе на все 100%. Боже, что за... Всем привет! Вы на канале Я Бородач. И сегодня я хочу поговорить о лысой или обритой наголо голове мужчин. И о том, что лысая голова – это достаточно круто. Не да нужно комплексовать. Да ты что? Серьезно? Хикики, спасибо за 322 рубля. Ну что, выгулял таксу, кепочки на ломоде берешь? У мамы твоей чё забрал. Чё хапнул кипулю и те про показухой занимаешься? Хочешь в ящик сыграть? Батишка, спасибо. Друзья мои, если у вас начали редеть или выпадать волосы, вы постепенно... Да нет, и не то, и не другое, просто 5 миллионов заработал, а так нормально. Не теряйте свою пышную подростковую шевелюру. Я расскажу, как можно и нужно использовать лысину так, чтобы выглядеть на 100%, давай. Приобрести уверенность в себе и успех у женщин. Поверьте, это возможно. Господи, блядь, твою мать. Ладно, ладно, даже не знаю, что мне-то в своей ситуации нужно сделать. И к тому же очень просто. What's up, homies? Gangbang лайкет. Кахае, кахае. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, чтобы быть всем... Какой лайк? Ты же мужик, типа, там дохера, типа, это самое, ну, брутальный. Лайк и колокольчик просит, ты чё, вообще, что ли? Я брутально лысый мужик, блин, тебе лайки и колокольчики ставить не буду, пошел в жопу. Да, в курсе нового... Да. Ага. Видео, которые мы регулярно выпускаем. Ё-моё, хайповый. Поиграй на SP5 MLU, поиграй на SP... Ага. И подпишитесь на канал. Меня и всю нашу команду здорово мотивирует создавать еще больше интересных и полезных видео. Когда я понимаю, что вам приносит пользу наш скромный труд. Ну, давайте начнем сначала. Выпадение волос или алопеция встречается очень часто. По статистике, рано или поздно 80% мужчин начинают лысеть. Ничего себе. Не, ну у меня нормально, вон, видите, линия роста. Все четко, вот, нет никаких, даже на макушке все вообще есть. Пока все присутствует, все нормально, держимся. Причем 6 из 10 представителей начинают замечать, что волосы редеют уже к 25-35 годам. Совершенно... А пересаживал? Не, ну я пересадил, естественно, вот в эти места. Но все, пока все нормально. Бля, Хес, ты ж теперь можешь организовать батл Маргена и Акси, а ресторатор пошел ко нахуй. Точно могу сказать, сегодня врачи отмечают, что выпадение волос встречается даже у 18-летних ребят. Причем даже у тех, кто, казалось бы, генетически к этому не предрасположен. Почему так происходит? Ответа точного нет. Но пеняет на стресс и ухудшение экологии, неправильное питание. Ну, в общем, что делать? Такая эпоха. Мы теряем волосы. Настоящий мужчина ставит лайка дупола и каловые колокольчики. Чего? Волосы постоянно. И это естественный процесс. Вообще, срок жизни волоса составляет, ну, примерно 3-5 лет. После чего он выпадает, уступая место новым волосам. Чего? Какие 3-5 лет? За всю жизнь. У нас из волосяного фолликула вырастает 25-30 волосяных стержней. При этом 50-100 выпавших волос в день считаются нормой. Поэтому не переживайте за несколько волосинок в раковине или на рубашке. Можешь ожидать совет, как стать брутальным. Итак, есть разные виды облысений, но сегодня хочу рассказать о самой часто встречающейся форме. Это андрогенная алопеция. Да нахер ты мне рассказываешь о каких-то видах алопеции? Зачем? Я это все знаю, я через это прошел. Ты мне расскажи, как, будучи лысым, стать крутым мужиком. На лысую макушку. Это просто минус 100 баллов от привлекательности и уверенности в себе. Итак, первое, о чем хочу сказать. Лысая голова – это символ, как ни странно, зрелости и мудрости. Бля, лысый, что только не придумать, чтобы свою лысину оправдать и казаться в глазах людей более таким классным и крутым. Мудрость какую-то придумал. А давай еще скажи, что тестостерон. Тестостерон. Через край прет. Да вот такой у меня. Вообще не падает. Пам. Да-да, спасибо. Голова без волос – это символ. Я могу много перечислять имена знаменитых мужчин. Символом была моя башня. Мужчин, которые изменили мир, при этом обладая
великолепные лысины. Я. Например, возьмите Михаила Жванецкого, наш всем известный отечественный сатирик. А вот Стив Джобс, изменивший цифровой мир. А Уинстон Черчилль. Лысая, ну, и, конечно, голова – это символ 50 бачей на балансе. Что он несет, этот дед? Туйота. Да-да. Что-то тут какие-то примеры дает он, Стив Джобс и так далее, и что дальше-то? Также есть куча волосатых, которые тоже что-то крутое сделали, я, например. Хайп-хайт. Ну и, наверное, закончил обладателем трех Оскаров и самой великолепной лысиной Джеком Николсоном. Продолжать можно бесконечно. И главное, что отсутствие волос у этих мужчин стало их визитной карточкой. И, конечно, никто не скажет, что лысина или лысая голова... Визитная карточка, не? Бойся! Куда ты с такой лысиной пропустишь? Шкебеди, я чуть-чуть опиздал. Портит их внешний вид. Второе, о чем хочу сказать. Сегодня все чаще можно увидеть в фильмах лысых мужчин. Главных героев. Да, особенно на стримах и на Твиче их можно все чаще увидеть. Спортсменов, обладателей великолепного тела. Короче говоря, привлекательных и положительных со всех сторон. Да, я бы назвал это эффектом Вина Дизеля. Именно в 2001 эффект Хесуса Алексея Губанова. Году вышел первый фильм из серии «Форсаж». Так вот, с начала нулевых к лысине кардинально изменилось отношение. Господи, да-да-да, вот как же он пытается успокоить лысых? Нет. Меня просто убираются там сейчас, я... Ебало лысых представили, которые это видео смотрят. Сидят такие со слезами. А да, правда, что ли? Ну хорошо, ну ладно тогда. Вин Дизель лысый, значит, и мне нормально. Да ладно, не, на самом деле, не буду издеваться над лысыми. Реально многим лысина к лицу. То есть, если лысый, это не всегда плохо. Вот мне она не идет. Ну ничего, отращу волосы. Но в общем и целом, быть лысым это не всегда плохо. Это не кардинально, ребята. Поверьте мне, я давно живу и знаю, о чем говорю. Бритая голова стала входить в моду и перестала ассоциироваться с каким-то неблагополучным или криминальным миром. Посмотрите на киноэкраны. Бен Кингсли, Гомер Симпсон. Да как ты надоел успокаивать-то, господи. Да я спокоен от того, что я лысый. Мне насрать. Давай уже по факту. Флэк GK, спасибо за 1111. После стрима чекнилось. Ок. Окей. Дмитрий Нагиев, Джейсон Стэттем. Джейсон Стэттем? Да я не ту фотку сделал. После стрима чекни лес ТГ, пожалуйста. Окей, спасибо. Брайан Крэнстон с его лысой головой, персонаж в сериале «Во все тяжкие». Вообще просто сногсшибательный. Мне надо такую же фотку сделать. Ой, угрожающий харизм. Короче говоря, сегодня ухоженная лысина так же великолепно смотрится, как хорошо постриженная голова и ухоженный волос. Зачесы, закрывающие лысину, и парики когда-то были популярными инструментами для того, чтобы хорошо выглядеть лысому парню. Сейчас уже не то время. Вместо того, чтобы прикрывать потерю волос, примите этот факт. И вот тут мой третий совет. Постригите волосы а-ля Джейсон Стэттем. Или обрить их начисто. Такой внешний вид на сегодняшний день сделано. Не только культурно приемлем, он и выглядит ухоженно и мужественно. Да. Боитесь бриться на лосо? Выделите 30 дней. Начните с короткой стрижки под машинку, скажем, 6 мм. И постепенно дойдите до нуля. Привыкайте к новой длине, привыкайте к новому внешнему виду несколько голова. Это вообще-то монументально и чем-то даже торжественно. Дед заебал. Позволяет... Башню Говоруна на федеральном показывали. А лысый этот удмурт нахуй никому не нужен, факт КХЕ. Ну да, у меня тоже несколько копий есть, меня. Меня весь стрим волнует, только один вопрос. Почему у тебя на стриме есть разные хэштеги, но нет самого главного? Лысый, Браззерс, Ресторатор, Вин Дизель. Так забыл? Теперь будет. Да-да-да. Башня Говорун и лысый удмурт. Блять, задуматься о вечном. Это почти конец истории. То есть ты понимаешь, что выпил бритый череп... 100 грамм за твою лысину. Кахае, кахае, кахае. Да вы задолбали кахаекать уже. Бочек, давай это поосторожнее там с алкоголем. Это навсегда, и ты никогда больше не потрогаешь свою прическу. Вот. Вот это четкое осознание придаст вам уверенность в себе. Вы сделали осознанный выбор, поверили в себя и сделали этот шаг. Я сделал этот выбор, потому что мне заплатили. Я побрил голову многим мужчинам.
И все они уходили из барбершопа, ну, с несколькими дополнительными пунктами уверенности в себе. Господи, блядь. Женщинам нравятся такие парни, помните? Кого? Но вот форму барабина мужчин как вторичные половые признаки. Именно поэтому в сочетании... Бля, я же говорил, он начнет сейчас рассказывать вот эту вот чепуху по поводу там... О боже, он реально начинает это рассказывать. Тани, они дают очень мощный эффект мужественности. Женщинам нравятся такие парни, помните об этом. Но вот форму бороды реально можно подбирать с умом. И тут мой совет такой. Немного отрастите бороду. Примерно 2-3 недели. Советы. И только после этого зайдите в барбершоп. Посоветуйтесь с мастером, какая форма бороды подойдет именно вам, вашему лицу. Да нет, спасибо, бро. Мастер подберет вам бороду, опираясь на ваш стиль жизни, стиль одежды, вашу профессию, посмотрит на ваши волосы, ну и, конечно, самое главное, на форму лица. Главное, не стесняйтесь, поговорите с барбером об этом. Это позволит вам стать владельцем... У Томаса Шелби не было бороды, ребят. ...великолепной бороды, которая подчеркнет все ваши достоинства. Ну да, вот такую. Как вообще с такой бородой хавать? Это ж там, наверное, надо рукой... Вот ты просто берешь пельмени вот так себе туда, блядь, рукой засовываешь, так... Пол руку вытаскиваешь, да, оттуда. То есть ты даже нормально ложкой-вилкой не сможешь похавать, оно у тебя будет застревать в бороде. Тебе руками надо борщ туда заливать вот так вот. Прикинь, рука застрянет. ...и скроет недостатки. А, кстати, у нас на канале есть отдельное видео, где рассказывается, как отрастить правильную бороду. Обязательно всем к просмотру. Теперь... Хочу рассказать о некоторых элементах стиля, которые великолепно работают на лысом человеке. Намного лучше, чем с обладателем пышных волос. Итак, первое. Это очки. Очки — это... Привет, очки? Малыш. Надеюсь, у тебя все хорошо. Без рафла тебе очень идет. Лишь дело привычки. Люблю тебя. Удачи. У меня нет очков. Возвращение башни будет таким же легендарным. Хе-хе. Хе-хе. Ё-моё! Ну шо? Я теперь на профессора похож какого-то. Здравствуйте. Сплит? Балуйся! У меня живет крыса. Да, мне много этих. Когда ты подругаешь с Рией, она теперь вылезает посмотреть со мной. За 2 года она уже привыкла к твоему голосу, не пугается, когда ты орешь, хотя обычно очень трусливая. Умнич. Бойся! А оп, мусоров не шей мне срок, фификай, Жуля, кес чеп не видос, и КСТА, когда будешь в Роблокс с подписчиком играть. Макёба, макёба. Ля, сука. Причем эти очки, они, кстати, достаточно полезные. Чикатило страшно вырубай. Они как раз таки мне были выписаны после... коррекции зрения. Лазерной коррекции. Их надо носить, ну, не постоянно, возле компа, например. Они с каким-то фильтром коричневым. Типа расслабляют глаза, когда сидишь перед компом. Реально? Намного легче становится. Так, вы не против, если я в очках посижу, да? Профессус. О, Серяк. Че? Кто? Ой-ой-ой, я в шоке, бля. Не, я так еще старее выгляжу, пипец вообще. Мне так реально как будто лет, сука, 60. Особенно без. Бля. Ну его нафиг, ну. Вот так нормально. Четко вообще. Аксессуар — это топ номер один. Когда топ. Нет волос на голове, то ничего не отвлекает от ваших глаз и вашего лица, ваших эмоций, вашей улыбки. Вам намного легче удерживать зрительный контакт с собеседником или собеседницей. А очки без диоптрии в интересной оправе или разной формы вообще выгодно подчеркнут вашу индивидуальность и сделают ваш образ запоминающимся и привлекательным. Приобретите несколько пар очков разного стиля и подобранный к ним лук. Поверьте, такая малость, как очки,
поменяет ваш образ до неузнаваемости. И вам при этом не надо каждый раз менять прическу. Сейчас зайду в ТГ Каши. Так. Это что это такое? Это фотошоп? Ебать, серьезный дядя. А что в руке держим? Шапочку, да? Все-таки тоже скрываем лысину теперь. Забивной чел. О, вот так вот будем смотреть. Или делать укладку. Смекаете? В чем плюс? Ну и, конечно, гармонично подобранные очки производят впечатление более зрелого и умного человека. Очками вы можете эффективно... Так я, может быть, не хочу более зрелым быть, а наоборот. Скорректировать форму лица. У нас на канале есть отдельный выпуск о том, как подобрать себе прическу, опираясь на форму лица. Но если у вас нет волос на голове, и вам не нужно ждать, пока отрастут волосы, а когда вырастут, делать укладку, вам достаточно просто правильно подобрать... Равшана тоже бреют. Окей, окей, чуть позже зайду, дайте видос досмотреть. А сколько Равшана задонатили? ...очки, чтобы скорректировать форму лица. И что самое главное, чтобы сменить имидж, вам достаточно просто сменить очки. Кстати, а если вы наденете солнцезащитные очки, вы сразу превратитесь в харизматичного плохого парня. Вспомните... Так, а плохой парень здесь причем? У него так-то... Он тоже себе пересадку делал недавно. ...дизеля или Дмитрия Нагиева. Просто и быстро. Пользуйтесь, ребята, моими советами. Тут у меня просьба к парням, которые уже обладают шикарной лысиной и гордо используют все ее преимущества и достоинства. Напишите, как изменилась ваша жизнь в тот момент, когда вы приняли свою особенность. Думаю, что ваша история поможет многим мужчинам поверить в себя и принять свои изменения. Мужчина лысый на месте? Обязательно поделитесь. Что касается одежды, подбирайте цвет одежды, который контрастирует с вашей кожей. Например, если у вас светлая кожа, а вы мало бываете на солнце, то темные тона в одежде будут смотреться великолепно. И наоборот, подбирайте светлые тона, если у вас загар или смуглая кожа от рождения. Помните одну поговорку? Облысел, значит повзрослел. С обритой наголо головой к вам придет... Это как раз о братишке, он любит взрослеть. И он реально полысел. Хесус, привет, зашел на стрим и сначала думал, что у меня что-то со зрением, но оказалось, это у тебя празднует 11 сентября и башня свалилась. Да иди нахуй, блядь. Взросление. Забудьте о безразмерных футболках, спортивных шортах, заношенных, а липовато раскрашенных кроссовках. Вы никогда больше не будете выглядеть на 18. Не живите прошлым. Настало время хорошо одеваться и следить за своим внешним видом. Обратите внимание на кожаные мокасины, стильный джинс. Бля, мужик, ты что советуешь вообще? Чтоб я выглядел как 80-летний дед, какие-то мокасины. Не-не, не, ребят, это... Бля, мне кажется, он специально несет дичь, чтобы мужики выглядели как деды в свои там 30 лет, и женщины на них внимания не обращали. Ну или же какие-нибудь бабушки только бегали за ним. А сам он будет одеваться нормально и, соответственно, молодых девок клеить. Пиджаки в стиле casual. Casual, блядь. Какие пиджаки, козюля, ё-моё, это чё вообще, что ли? Не, ну в как принципе... Как синяк выглядел? New version Хисууса. Это окей, ладно, вот эти вот casual пиджаки, окей. Ещё можно, ещё можно. Ну ты же не будешь просто, вот типа, собрался ты там в магазин сходить, я не знаю, прогуляться, что будешь, пиджак на себя надевать, что ли? Чё, дебил совсем? Кеты, брюки, брючные шорты. Ребята, брючные шорты, а не спортивные трусы. Выбор просто невероятно огромен. Он бесконечен. Подумайте, возможно, именно лысина, как центральный атрибут, подтолкнет вас сделать шаг к классному, взрослому мужскому стилю. Обязательно обратите внимание на шляпу. Это великолепный аксессуар. Да-да. В пути. Которым можно прокачать свой образ и стиль. Перед вами открывается целый мир головных уборов. Это могут быть панамы, шляпы, кепки, бейсболки, вязаные шапочки. Головной убор придаст вам несколько сантиметров роста, задаст узнаваемый стиль и станет выделять вас из толпы. И самое главное преимущество заключается в том, что вам больше не нужно заботиться об испорченной укладке, когда вы надеваете шапку.
Попробуйте для начала плоскую кепку, которую я обожаю носить. Это не старейший классик. А если к ней добавить бабочку, круглые очки с прозрачными линзами, вы будете похожи на стильного и умного ученого. Если заменить кепку на шляпу... Так, ну я, получается, тот самый стильный умный ученый. Это вообще высший класс. Сегодня шляпы не в широком употреблении, поэтому вы будете особенно выделяться. Ну, надеюсь, я смог. Так, я в шляпе, я что, мне и спать в ней, да, вот... Как? То есть, он предлагает скрывать лысину шляпой, если вы так переживаете за свою лысину. Ну, а что мне делать? Боже! Вот я познакомился с женщиной в шляпе. Алин, так ты отправишь накладную башню Хесу. Вот, а потом что? Мне эту шляпу приклеить клеем, что ли? К вас убедить. Потому что я потом ее сниму перед ней, а она такая... Что лысая, чисто выбритая голова — это символ уверенного в себе взрослого мужчины. Я не уверен. Мужчина, публично рассказывающий о страданиях из-за внешности, комплексах из борьбы с генетикой с помощью миноксидила, лазерной расчески, выгодных зачесов. Это вообще жалкое зрелище. Ну и напоследок. Большую часть мужской аудитории тревожит вопрос. Кого больше любят и предпочитают женщины? Представители противоположного пола с пышными волосами или лысых? Ну, это, конечно, некорректный вопрос. Это все равно, что спросить у ребенка, кого он больше любит, папу или маму. А женщины любят и тех, и других. Ну вот на что обратите внимание. Доктор Хляйнер. Боже! Извините, товарищ профессор Ленин Быдлашкет. Не изволите метнуться валетиком за пивариком и сигаретками. Вечер на стрим. Чефир на башню, уважаемые зрилы. Руку к солнышку, чат. Целую. Осуждаю, блядь, друг Быдлов. Спасибо. Стильные молодые люди в настоящее время поголовно носят прически с хвостами ниже плеч и поднятыми челками. Чего? Или удлиненные стрижки. Да, поднятая челка, да, башня. С каждым поколением мужественность отодвигается на второй план. Я совершенно четко говорю. Чем длиннее волосы, тем образ становится мягче в глазах дам. Может быть, поэтому лысые мужчины так выделяются на общем фоне, не только внешне. Так дамам сейчас, наоборот, нравятся такие, с волосами, там, с прическами, смазливые всякие. Внутренний харизм. Обязательно напишите в комментариях. Ебать, ты вам... выглядишь как мой дядя, когда мы ходили на рыбалку с светлой кепкой. Это видео. И если что-то непонятно... Задавайте вопросы, поставьте лайк видео, нажмите колокольчик. Да, короче, понятно, лысые пытаются успокоить себя, что у них не все так плохо, блин. Что у них есть шансы на такую же хорошую жизнь, как у волосатых. Вот. Что там у Равшана, господи.